На листе можно бумаги пойти? Нужно начертить окружность. С чего начать? Стой. Надо что-то там сделать. Я прочитал. Листик. Надо взять карандаш. Взять листик. Да, взять листик. Прикольно, какая еда, смотри. Это я тебе должна, это есть соправильная. Да если я брезгую, я брезгую, не надо. Маша, сектор плюс. Маша, давай по кругу. Маша, спасибо. А я у меня на стене. Клюк. Ну, конечно, девочка, как обычно. Нормально? И пошли дальше. Давай. Ты ведь спать, мальчик, девочка. А держу держаться, типа, или? Ну, как хотите. Учитель физики, а после учитель
психологии и астрономии. На острове и построить новые стулья для учительских. Петр Мартынович ранее состоял в органах, ныне мастер прикладного искусства. От этого вандала. Лариса Андреевна. Ранее учитель биологии, а ныне странствующий философ ботаник. Константин
ты в школе-то вообще училась, а? А чего ж ты не училась? Училась! Небось, на двойке ты училась. Почему это на двойке? По себе-то не суди! У меня всегда было Н-И! Ха-ха-ха, Н-И! Вот Ворина, никаких мозгов, что ли? Что ж ты меня перед народом позоришь? Калоша ты старая! Н-И — это наивысший интеллект! Это кто калоша? Это ты! Это ты мне? Да! Это в какой тебе в школе такие оценки ставят? В какой? В конкурской средней! Небось, я не слыхала о такой! Погоди-ка, я тут недавно объявление из газетки вырезал. 17 ноября в 17.00 в 13-й студии Останкинской телебашни состоится дебют учителей Каугарской средней школе на поприще музыкальных передач «Угадай мелодии» и «Фабрики звезд». Ну и что там дальше? И все. И точка. Так пошли скорее, такое нельзя пропустить. Добрый день, дамы и господа. Сегодня на нашей скромной передаче настоящая сенсация. У нас звезды Каугарской средней школы. Итак, встречаем учитель биологии Лариса Андреева. Учитель географии Александр Евгеньевич. И учитель физики Зоя Александровна. Итак, внимание, звучит мелодия. Можно я, можно Зоя я? Александровна. Это песня о физике. Да, точно, о физике. То ли еще будет, то ли еще будет. Можно я, можно Зоя я? Это песня о физике. То ли еще будет, то ли еще будет. Да какая вам физика? Вы что, не понимаете, Зоя Александровна? Это песня о биологии. Не рубите, мужики, не рубите. Да нет, и на сей раз вы ошиблись. И нас сегодня покидает Зоя Александровна. Поаплодируем, до свидания. И у нас осталось два игрока. Александр Евгеньевич и Лариса Андреевна. И у нас супер игра. Вам предстоит угадать мелодию о нашей планете. Я угадаю эту мелодию. 6 нот, а вы? О, как все запущено. Я угадаю эту мелодию 4 нот. А я угадаю с 3. Ладушки, я угадаю эту мелодию без нот. Угадывайте, Александр. Вот, Нац, заходи. Ой, кажется, я не туда попал, Нац. Это поможет мозгу. Помог! Эта песня «Не крутите пестрый глобус». Чё ты там высматриваешь в окне? Чё ты там ищешь? Принца жду! Ой, подружка, ну и дура жду! От подружки слышу! А? Хорошо, однако, выступили. Да они не умеют плохо. Жало только Зоенька вылетела. Она у нас хорошей учительницей была. Не разрешала сидеть, как мешки с глазами. И заставляла мозги включать все время. Ну хватит языком трещать, давай лучше на фабрику заглянь. Добрый вечер, дамы и господа, а также наши телезрители. Сегодня собственными глазами в прямом эфире вы увидите наш новый проект «Фабрика звезд», в котором принимают участие учителя Каугарской средней школы. Такого грандиозного события еще не было в истории Каугарской средней школы. И всем, кто находится в этом зале, очень повезло, так как все это вы увидите собственными глазами. Как вы уже знаете, каждый концерт у нас не обходится без номинации. Приходилось видеть на этой сцене.
сцене. Да? А мне показалось, что они спутались, ведь такого не было в нашем сценарии. Это ты что-то путаешь, так как именно такое выступление было задумано нашими звездами. Согласно сценарию, следующий на сцене появится... Следующий у нас номинант Александр Генч. Он посвящает песню своей жене. Кстати, именно с ней она исполнит эту песню. Встречаешь прогулки темными ночами. Знаю, что любовь возьмется, только не с тобой, не с нами. Может засунуть свои слова куда подальше. Если ты споешь мне, от этого не станет слаще. Так что убирайся и оставь меня в покое. Только раздражение от такого воя. Не ходи за мной и больше не звони. Пусть поет тебе гитара, скучный мир. Белые деревья на берегу совсем.
надоело мне с вами уже жить. Я хочу домой, в свой спортивный зал, в мячик поиграть, со скакалкой подскать. Этот рацион меня уже достал, не найти игры среди этих скал. Thank you.
буду читать клятву. Затем сначала девочки, потом мальчики поднимаются на эту сцену. Ваша задача – опустить руку в эту коробку, достать оттуда номерок, значит, и соответствующему номеру вам приготовлено угощение. Съедите вот это угощение, откройте рот и покажите язык, понятно? Тогда я себе поставлю печать на лоб, вы потом будете просить, так сказать. Как собственную родную мать. Жвачку я клянусь по парту не лепить, а в школу только в сменной обуви, и в туалетах не курить на переменке. А также не использовать шпангалку. Команда, мне лапы стараются. Шпангалку! Жуй! Не понимаю, это чеснок! Жуй!